Всем привет! Те, кто постоянно смотрит канал, знают, что я говорил, чуть-чуть будут перерывы в видосиках. Сейчас так вкратце покажу, объясню, почему будут перерывы, причем перерывы могут быть долгими. И тут еще кое-каких пару советов для тех, кто работает дома в гаражах, чтобы не повторяли, скажем так, мои косяки, что стоит сделать. Находясь в Германии, я с ручником выдвинулся домой. У меня вот накануне, пока я был в Германии, сгорел дом. Дом сгорел вместе со всем, что было. Сейчас пройдем внутри. Я вчера ночью приехал, с фонариком полазил. Ужаснулся, конечно. Ну, как есть. Из целого остался только Opel и Нива. Ну, это для тех, кто знает, что у меня было. Начнем с такого самого печального. Я перед отъездом поставил в камеру Фолькса. Фолькс-картинг и собрал сюда почти все оборудование. Сгорело нахрен все. Вот это многими любимый дербик. Это где-то там картинг. Это один компрессор. Тут поставил пылесос с машинками, с брусками, со всей фигней. Там второй компрессор. Поплавилось так, что даже эти головы алюминиевые тупо сплавились. Стекли вовнутрь. Ну тут полный алис. Из того, что так, целая эта решетка металлическая на полу. Все остальное в чистый хлам. Просто капец. Также вот тут за стенкой окно никто никогда не видел, оно было закрыто. У меня рабочий бокс, он потолок обвалился. В рабочем боксе перед самым отъездом сделан был пол. Туда-сюда. Купили новый в нормальном состоянии тракторенок. Отцу думали будет ковыряться, заниматься, сгорел нахрен. А тут все, что было по вентиляциям, по отоплению, все уже валяется внизу. И весь пластиковый, все элементы, которые у меня висели когда-то здесь на полках, все тоже там. Из того, что я попытаюсь найти там, это катерф и стул. Он где-то там в пластике запечатан. Ну, а все остальное надо посрезать, сдать на металлолом и свалить отсюда, забыть об этом месте, скажем так, навсегда. Дверь, я так смотрю, даже и не получилось открыть ни у кого. Ну да, закипели замки. Двери просто не вскрылись. Сюда даже пожарные не зашли. Они приехали, как обычно, вовремя. В общем, я вот так вот с другой стороны двора зашел. Из целого осталась моя вышка, которая сейчас не работает. Может, ее запустят мне, чтобы интернет хоть у соседей был. Ну, а так, в общем, все. Поэтому, в общем и вкратце, видео будут, конечно, на канале, но в основном они будут... Не в основном, а пока что из Германии, из чужих мест. Потому что пока что строится, само собой, в зиму я нигде не буду. Места строиться нету. Тут я делать вообще ничего не буду, потому что в жопе мира что-то строить, это, согласитесь, откровенный бред. Ну, как-то так, конечно, грустно, жалко. Жалко технику, которая погибла ни за что. Очень жалко, конечно, инструменты, особенно Фолькса, который был сделан, конечно, красиво. Подготовлен, так сказать, к красивой смерти. Он был сделан в лучшем своем состоянии, в котором он когда-либо был. По поводу там вопросов, кто спрашивает, что это, там поджог или замыкание, я хрен его знает, что можно сказать. Пожарные сказали, что это замыкание, но у них всегда все очень просто. Замкнуло, да и все. Разбираться до конца, что это было, я думаю, никто не будет. Что было, то было. Маем еще маем, как у нас говорят. Короче, будем думать в ближайшие полгода, что вообще будет. Как вообще что-то будет. Поэтому
Поэтому видосы будут, но не часто. Наверное, займусь каким-то, скорее всего, займусь разбором глобально ваших вопросов, которые я могу просто, грубо говоря, расписать на листики на стенке висящие. Потому что снимать, ну, попросту неоткуда пока что. Да и нечем. Не с чем. Образно говоря, снимать то, что я буду ковырять постоянно руками где-то в Германии. Ну, тоже одно и то же. Одно и то же ручная работа, она не особо интересна. То есть, да там и показывать особо нечего. Такие вот дела. Из того, что хотел сказать по поводу косяков. У меня были мысли, года 4 назад, наверное, я тогда познакомился с такими штуками. Это на потолке подвешиваются, как бы заряженные порошком огнетушитель, который взрывается при определенной температуре. Я думал повесить их несколько штук в камере, несколько штук в боксе, в рабочем и так далее. У них принцип действия, то есть, если что-то горит уже, они взрываются и, ну, потушат хотя бы то, что горит. Фиг с ним, будет много пыли, белого порошка, но, по крайней мере, не будет продолжаться разгораться. Как обычно, забыл, некогда потом, и ничего не поставил, ничего не сделал. Если кого-то затронула эта страшная картина, подумайте, потому что цена таких штук значительно меньше, чем цена оборудования и имущества, которое может пострадать. Поэтому рекомендую задуматься и купить такие штуки, поставить. О, я нашел пылесос. Точнее, увидел пылесос. А на пылесосе вот она машинка Мирка. Вот она, родная. Ах, какой маленький моторчик у машинки Мирка. Вот такие вот дела. Шо ж, уже ничего не поделаешь. Я сейчас в течение 3-4 дней, сколько тут буду, поразгребаю, поразбираю налево, направо, что тут, что выкинуть, что сохранить. И будем двигаться обратно за бугор. Ладненько. Всем удачи. Не повторяйте моих косяков. Пока.